фойе Дома культуры гостей встречает Петрушка. Он предлагает нарисовать новогодний рисунок, а взрослым оставить поздравления на необычной елке. Организована и праздничная фотозона. Дедушке Морозу стих я расскажу, что на лет красивый год покажу. Получу за это много конфет, на меня подарка лучше или нет. Мы елку поставили дома, мы спали, потом заглянули под елку, там подарки лежат. И сразу их открыли. Для ребят в микрорайоне Ложок утренники проходили и в дни каникул. Работники Дома культуры придумали для них не просто игру, а настоящую акцию по спасению Деда Мороза от Снежной Королевы. Сейчас проходят новогодние каникулы, чтобы дети не сидели дома, не скучали, мы проводим такие интересные праздники. Несмотря на морозные выходные, участников новогоднего праздника собралось немало. Все ребята получили подарки, а взрослые зарядились хорошим настроением.